Каждые 2 часа один из жителей Иркутской области становится жертвой мошенников. Согласитесь, впечатляющая статистика. За минувшие 2 суток на удочку злоумышленников попались 24 человека, и в общей сложности отдали неизвестным более 800 тысяч рублей. Причем мошенники используют уже давно известные схемы, но раз за разом жители региона продолжают вестись на уловки преступников.